Дипломаты из 19 стран высадили деревья в горной деревушке Хуау в провинции Гуйчжоу, чтобы привлечь внимание к важной теме. Развитие экономики не должно происходить за счет окружающей среды. Когда мы приезжали сюда в 2018-м, мы говорили о борьбе с бедностью, но мы не говорили о той работе, которую Китай делал по восстановлению лесов и оптимизации сельскохозяйственных угодий. Китай возвращал эти земли природе и снова высаживал на них леса. Эти усилия – прекрасный пример для всех стран. Это по-прежнему актуально. Это должен делать не только Китай, но и другие государства. В недавнем прошлом жители этой деревни зарабатывали рыбной ловлей, но чрезмерный вылов привел к загрязнению реки. Чтобы восстановить здешнюю экосистему и помочь сельчанам победить бедность, власти сделали ставку на туризм. Сейчас большинство жителей Хуау заняты в сфере услуг. Только за первый квартал этого года они заработали более 4 миллионов долларов, приняв свыше 70 тысяч туристов.